И всем привет, девочки! Сегодня у нас будет челлендж. У нас будет такой челлендж, он называется «Кто украл пиццу?». То есть у нас есть вот этот пицца. И задача участников — найти пиццу. То есть они идут для начала в кладовку, а я беру и куда-то прячу пиццу. Их задача — найти пиццу. У нас всего будет 5 раундов, но если кто-то получит одинаковое количество очков с другим игроком, то придется сделать еще один раунд. Вот так вот. Есть 3 команды, и у каждой команды есть свой цвет. Есть вот зеленый цвет, в этой команде находится Карина. В синем цвете находится Катя, а в красном цвете находится Арина. Они одеты в свои цвета, чтобы не перепутаться. Буду прятать я вот такую вот сырную пиццу. И давайте начинать. Идемте, девочки, в кладовку за мной. Идемте. Карина, пошли за мной, Карина. Карина идет сюда. И я прячу кусочки пиццы. Я беру вот эту нашу сырную пиццу и закрываю ее и иду прятать ее в какую-то нычку. Буду прятать ее так без ника, чтобы не было видно, кто именно спрятал. Итак, думаю, первая нычка будет у нас вот прямо здесь, такая незаметненькая нычка. Что ж, выходим, девочки, выходим искать пиццу. Я сяду пока что здесь и буду смотреть через камеры, как они там справляются. Так, вот первая камера. Вот тут у нас видно, что... Вот вторая камера. Вторая камера. Это вот здесь вот. Пока что тут еще никто не проходит. Вот. Проходят, но они не могут найти пиццу. Но если девочки не смогут найти пиццу в течение 5 минут, то есть 1 минуты, то я им даю подсказку. Так, что ж. Они ищут усердно, и кажется, им скоро им пригодится помощь, возможно. Но кусочек пиццы так и никто не нашел. Нычка такая вот серьезненькая, такая сильненькая. Мало кто найдет ее, видимо, но, возможно, есть такие внимательные люди. А есть победитель у нас, возвращаемся к своим чайникам. И у нас есть победитель, это Кейт. Синяя команда побеждает. Счет 1 у нее. И, кстати, за кого вы болеете? Напишите свои догадки в комментариях, кто победит в этом конкурсе. Что ж, скоро будет начинаться второй раунд. Девочки, пойдемте в кладовку все, пожалуйста. В кладовку идемте все. Так, я сейчас закрою. Вот, заходите все. И я беру воровать пиццу. Так, беру. Кусочек беру. Итак, сейчас я возьму, в одной из нычках спрячу, где я хотела спрятать. Так, так, сейчас эта нычка будет такая необычная. Она будет... Так, сейчас я только ищу, где именно она такая будет необычной. Так, здесь будет слишком... Так. Где бы? О, нашла такая необычная и сложная нычка. Смогут ли они найти этот кусочек пиццы? Я не знаю, честно, но пошли открывать им дверку. И все. Смотрим через камеры, что же у нас тут происходит. Так, вот еще раз показываю, где эта пицца спрятана. Вот здесь, вот в этом необычном месте. А девочки пока что ищут. Давайте ищем. Если девочки не смогут, опять же, найти в течение минуты этот кусочек, то я им даю подсказку. Интересно, они смогут найти ее? А ведь же она так близко.
Давайте. Никто не может найти? Давайте. У нас есть время. И еще кусочек пиццы никто не нашел. Ну, давайте, давайте, давайте. Ищем, ищем, ищем этот кусочек. Пока что еще никто не нашел этот кусочек. Видимо, нычка такая вот хорошенькая. Ладно, девочки, прыгните, если вы хотите подсказку. Прыгните, если вы хотите подсказку. Вот, девочки прыгнули. Я даю подсказку. Это на первом этаже. Она на первом этаже. Давайте, давайте. Если девочки не смогут найти в течение еще, ну, кажется, еще не нашли, да? Давайте, у вас есть минута, чтобы использовать эту, чтобы понять, где именно этот кусочек пиццы находится. А кажется, у нас есть опять победитель. Возвращаемся к чайникам. Итак, у нас есть победитель. Это опять же Кейт. Она получает еще один балл. Здесь шанс, у нас еще есть 3 раунда. Возможно, кто-то обгонит Кейт, и она может проиграть. Ну, это все зависит от вас, от ваших голосов, как вы будете болеть за них, и у них будут появляться силы получать эти кусочки пиццы. Скоро начнется 3-й раунд, идемте все в кладовку. Кто же будет самым лучшим игроком? Так, сейчас я вас закрою. Так, я опять хочу у вас украсть этот кусочек пиццы. Берем. Итак, что ж, где бы спрятать этот красивенький кусочек? Так, чтобы не было видно. Какое-то такое местечко. Может, и что ж, так вот. Что ж, выходим, девочки, выходим. Так, включаем наши камеры и смотрим, где же этот... Вот, кстати, у нычка, где я спрятала этот кусочек. Я немножечко так их оглушила. Интересно, как у них... смогут ли они найти этот кусочек пиццы? Пишите, опять же, в комментариях, за кого вы болеете. Давайте. Думаю, у вас все получится. Кто же будет лучшим искателем? Так, еще пока что никто не нашел этот кусочек пиццы. Все ищут, усердно ищут. Так, ищем, 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 ищем. Кто же сможет победить? Так, и так, прыгните, если вы хотите подсказку. Итак. Так, подсказочку. Подсказка... Это наверху. А у нас, кажется, нашли люди. И возвращаемся все к чайникам. Смотрите, я видела на камере, как Карина именно нашла этот кусочек, а Арина именно его подбрала. Потому даже не знаю, кому выдать этот... Кому же выдать балл? Голосуете, Карина или Арина? Арина. Ну, давайте так, чтобы было честно, мы им обоим выдадим по баллу, чтобы они не обижались. Так, что ж, 3-й раунд у нас закончился прикольно. Что ж, скоро у нас начнется 4-й раунд. Давайте, идемте. К готовке. Так, я опять хочу своровать у вас кусочек пиццы. Идем. Так, ищем, куда бы мы хотели спрятать этот вот кусочек так, чтобы прям они вспотели. Так, ищем, давайте, чтобы они прям так вспотели. Так, я, кажется, немножечко нашла. Сейчас посмотрю, видно или будет так. А ну-ка. Видно. Видно немножечко так. Надо так поставить, чтобы не сильно было видно. Ну, кажется, нашла. Офигеть. Очень не... Это вообще будет прям немножечко хард. Что ж, подождите, я еще... Ну, ладно, давайте, давайте, ищите. Я немного... Я вот тут полежу и буду смотреть на камеры. Ищут, девочки, ищут.
Здесь есть такая небольшая вот подсказочка, что тут находится что-то, но эта подсказочка не сильно такая видна. Тому этот раунд будет особо сложным. Ну, по крайней мере, я так думаю. Кейт ищет тут под потолком, но не может найти никак. Давайте, ищем. Это четвертый раунд. Он будет... У них будут разные сложности. Давайте. Мы вас верим. Так, на кухне еще никто не смог найти. Так, давайте ищем. И этот кусочек пиццы еще никто не нашел. Это суперсложная нычка. Только избранный сможет ее найти. Так, еще никто не нашел. Это очень сложная нычка. И походу девочкам нужна подсказка. Прыгните, если вам нужна подсказка. Девочки прыгают. Это на первом этаже. Оно на первом этаже. Давайте ищем. Ищем этот кусочек пиццы. Давайте. Может, кто-то есть такой избранный? Давайте, тут она так выдает за себе немножечко этот кусочек пиццы. Он так немножечко себе выдает. Ну, короче, найдете. А ну-ка. Никто не может найти, даже профессиональная Кейт не может найти. Вот так вот поставим. Здесь и смотрим, как же девочки смогут же найти этот кусочек пиццы. И, кажется, еще никто не нашел этот кусочек пиццы. И если вы не можете найти, прыгните, пожалуйста, для подсказки второй. Девочки прыгают. Это не на кухне. Давайте, внимательная Кейт или Карина. Или Арина, которая умеет подбирать. У кого же получится найти этот кусочек? А еще никто не нашел. Еще раз показываю, где именно находится этот кусочек пиццы зрителям. Вот здесь он вот находится. Это супер невидная нычка. И окей, прыгните для еще одной подсказки. Смотрите вниз. Смотрите под предметами. Давайте. Под предметами. Не за текстурой. Под предметами. Давайте. Я еще, кажется, еще эту подсказку случайно выдала. Ну да ладно. Это невероятно сложно. Это прям impossible. Вообще никто не может найти. Прыгните, если вы сдаетесь. Только так, Кейт тоже сдается, видимо, а Карина... Ладно. Я показываю, где этот кусочек пиццы был, если вы не можете ее найти. Сейчас показываю. Вот здесь, под этим компьютером, видите, тут вот этот кусочек и пар. Видите? Видите этот кусочек и пар? Тому никто не получает балл. Девочки не смогли справиться с этим раундом. Сейчас тому у нас начинается пятый раунд. Кто же победит? У нас есть, если кто-то из двух девочек победит, то придется еще устраивать шестой раунд. И будет он практически решающим. Что ж, давайте все идемте в кладовку. Никто не знает, кто победит. Так. Немножечко залагала. Я прячу тот же самый кусочек и немного делаю чуть легче нычку, а то девочки, видимо, очень сильно устали. Поэтому я им сделаю чуть легче нычку. Вот такую вот. Хотя это будет тоже сложно для них. Хотя я постараюсь как-то сделать не сильно сложно, чтобы девочки смогли найти. Так. Нычка такая... Что ж, выходим, девочки, выходим. Итак, смотрим. Кто же вот решающий почти что раунд? Кто же может победить? У кого же есть шансы?
Давайте, кто же сможет победить? Давайте, кто же у нас самый внимательный? И кажется, у нас есть победитель или нет? Нет, у нас нет его. Я думала, кто-то... Я думала, девочка найдет. Никакая... Именно я не скажу. Кто-то из вас почти нашел этот кусочек, но был невнимательным сильно. Кто же из вас почти нашел этот кусочек, но был невнимательным? Давайте. Вот, вот видите, где зрители кусочек находится? Давайте, давайте, давайте. У вас получится найти этот кусочек. Давайте. У вас есть шансы. Прыгните, если вы хотите подсказку. Подсказка, оно находится в ванной. И все побегли прямиком в ванную. Кто же будет самым внимательным и найдет в ванной комнате то, что надо к ванной? Давайте, кто же будет самым внимательным? Смотрим, смотрим. А ну-ка. Так, еще никто не нашел. Давайте, ищите по ванной. Прыгните, если вы хотите подсказку. Прыгайте, прыгайте, прыгайте. Девочки, хотят подсказку, смотрите вверх. Давайте, смотрите вверх. Повсюду вверх, смотрите, смотрите, смотрите. Кто же сможет посмотреть вверх? И кажется, у нас есть победитель. А ну-ка. О, да, возвращаемся к всем чайникам. У нас есть победитель. Что ж, у нас есть победитель. Это Арина. Так как у нас, так как Арина собрала такое же самое количество очков, как и Кейт, мы устроим еще один раунд. Теперь идемте в кладовку. И будем, и у нас будет последний раунд. Практически... решающий, ну или не решающий. Так, давайте заходим. Заходим, пожалуйста, в кладовку. Так. Так, у нас есть последние два кусочка пиццы. Как раз для последних два раунда, которые могут состояться. Что ж. Так, сейчас закрою. Все, закрыла. И теперь ищем нычку. Ищем, ищем, ищем. Такую, чтобы было немножко сложно. Так, что ж, сейчас я делаю так, чтобы... Сейчас я ложу пиццу. А, я, кажется, нашла эту нычку. Все, я нашла ее. Что ж, открываю я вам двери, и у нас, кажется, будет решающий раунд. Даю сразу же подсказку. Это на втором этаже. Кто же будет внимательным? А? Я же ее здесь спрятала. Этот кусочек вкусненький. И кажется, у нас есть победитель. Возвращаемся к чайникам. Победитель Арина. Поздравляем ее. Ура, у нас есть победитель. Арину и тех, кто болел за нее. А если кто-то не смог выиграть, то не расстраиваемся. У нас еще будет много челленджей, и некоторые смогут попасть в видео. А если вы тоже хотите попасть ко мне в видео, в челленджи, то вам нужно зайти на мой Discord сервер, и у нас будут там розыгрыши на добавление в ролик, то есть приглашение в ролик. Если вам повезет, то, возможно, вы сможете попасть в ролик. И, кстати, подписывайтесь на мой инстаграм, там вы сможете увидеть мое лицо. Еще подписывайтесь на мой тикток, там у меня есть многие разные видео, которые вы сможете посмотреть, если вам скучно на моем YouTube-канале. Что же, а на этом спасибо вам всем за просмотр. Всем спасибо, что вы... Спасибо вам за 2500 подписчиков. Вам, я вам очень благодарна. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока!